yeah, you're a fake ass motherfucker. Мы очень рады, потому что это наш второй ресторан. Первый мы придумали и открыли в Вегасе, в Крокус-Сити. Второй в Европейском. Нам казалось, что надо, пора уже заходить в город. И мы рады, что мы договорились с торговым центром и с его владельцами. И они прониклись в концепцию. И получилась вот такая большая история. Здесь ресторан отдельный, здесь отдельная караоке-комната. И здесь детская комната. Очень крутая еда, крутая подача, очень вкусно, качественно. И работают диджеи, детские праздники можем организовать. В общем, круто. Ну, вы, помимо того, что два гурмана, еще два музыканта, и будет какая-то еще студия звукозаписи для детей, я так понимаю. Какая концепция? Мастер-классы, студия звукозаписи. У нас здесь в каждом «Дяде Максе» есть сцена, где дети могут выступать, соревноваться, записывать и проявлять себя в разном творчестве. В прошлый раз я смотрела, вы говорили, что вы с вашими сыновьями пробовали какое-то меню, может быть, утверждали, в этот раз что-то подобное было. Но, к сожалению, дети у меня сейчас в школе в Баку, поэтому в новом «Дяде Максе» еще не были. Но когда приезжают, мы всегда ходим, и они всегда пробуют, советуют, и я по ним могу понять, что им нравится, а что нет. А какие у вас любимые блюда с сыновьями? Яйцо злой птицы. Когда я бываю там именно на жаре, я там не ем, временно это нет, слишком весело для того, чтобы есть. Но на самом деле, если серьезно, то самое любимое блюдо – это мангал-салат. Самое любимое. Я готова его съесть просто миску сразу. Но там вообще, в принципе, все очень вкусно. И то радушие, с которым там встречают, мне кажется, что ну, это как бы в тысячу раз добавляет вкусовых качеств еде. А мясо едите? Я ем мясо, вообще ем все. Все, что захочу, то все ем. Там все вкусно. И овощи вкусные. Я ездила, смотрела как раз тут эти знаменитые бакинские помидоры. И, ну, просто потрясающе. Ездила в Габале, видела, что такое белые огурцы. Ну, все вкусно, поэтому... Я была на открытии, это «Дядя Макса» в Вегас Крокус-Сити. Вообще потрясающе на самом деле место и концепт, потому что, во-первых, вкусно, во-вторых, очень интересная подача блюд, и, конечно, детям это очень нравится. И не только детям, но и взрослым, когда приносят что-то похожее на землю, в котором растет морковь, и все это безумно красиво и сочетается с потрясающим вкусом, мы с удовольствием ходим. А что ваши дети любят, что вы готовите и что, может быть, здесь подают? Конечно, дети все любят вредную еду, но так как концепт как раз у «Дяди Макса» завязан на том, чтобы приучить детей есть полезную пищу, вот как раз я предпочитаю дома готовить полезную пищу и детей приучаю кушать. Ну, конечно, от пиццы мы не можем отказаться, но я считаю, что баловать детей нужно, и это делать нужно именно в таких местах, когда еда не только вкусная, но и очень красивая. Вообще, я очень люблю вкусно покушать. И для меня азербайджанская кухня – это что-то невероятное. Это такой яркий всплеск красок. Конечно, я очень люблю мясо. Все мясо, приготовленное в Азербайджане, оно потрясающе мягкое, очень вкусное. Ну и, конечно, моя слабость – это плавленый сыр. Поэтому кутабу с сыром. Первый раз в жизни я попробовала кутабу с тыквой. Это безумно вкусное сочетание. Ну и, конечно, мне очень сильно нравится национальное, как не скажу сейчас, как правильно называется, но это что-то типа плова такое. Ну, вся кухня очень вкусная. Все, что пожирнее, покалорийнее, всегда нам нравится. Но, к сожалению, часто в Баку приезжать нельзя, это может пагубно сказаться на фигуре. Back when
once again rule the renegade master. Deep more damage with the ill behavior. Я считаю, что это такой, на мой взгляд, грандиозный проект. Я сама из семьи музыкантов и всю жизнь занимаюсь музыкой, моя дочь занимается музыкой, поэтому для нас это такое, одно из любимых мест, и где можно и вкусно поесть, провести с семьей время, с детьми и занять друг друга играми и что-то связанное с музыкой. В Вегасе вообще студия есть, где можно пойти что-то там записать. Вот, но независимо от того, что это моя жизнь, и моего ребенка, и моей семьи, все связано с музыкой. Для людей музыка – это всегда какая-то отдушина. И каждый может пить или не может, но хочет. Поэтому это какой-то выплеск энергии. Это всегда, как сказать, такая хорошая атмосфера, приятное настроение хорошее. И музыка всех объединяет. И эта идея, я считаю, просто гениальная. Знаете, для меня готовить – это хобби. Может быть, некоторые артистки вообще этим не занимаются, а у меня так получилось, что я получаю огромное от этого удовольствие. Кто-то любит водить машину, кто-то там шьет, а мне готовить надо. У меня прям есть целая книга фамильных уже рецептов, которые я сама записываю. Что-то там свое добавляю, экспериментирую. В общем, очень сильно увлекаюсь этим. И иногда общаюсь с Юлией Высоцкой, у меня есть все ее книжки. Также Джейми Оливер, то есть я в теме. С Верочкой я ее тоже к этому приобщаю. Я считаю, что вообще очень хорошо для девушки, для женщины, для девочки, ну, уметь готовить. Хотя бы что-то, чтобы были какие-то там свои коронные блюда. Вот, и мы делаем завтраки, мы делаем, не знаю, моя коронка – это баранья нога, запеченная с айвой. Или утка в апельсинах с грушами. Это нереально что-то. Поэтому хочется какие-то такие делать эксперименты. Вообще, вот говорю, музыка, еда – это то, что нас всех объединяет, это точно. Такие важные темы в жизни. Я пришла поздравить и уйти, а так получилось, что я начала есть. И тянулась. У меня дочка любит готовить. Она смотрит всякие кулинарные программы. И когда переключаю телевизор, если она видит, что кто-то готовит, она просит обязательно остановить на этой программе и все внимательно смотрит. Готовят они с моей мамой, готовят пирожки. Что она еще любит? Вот очень нравится все, что связано с тестом, и так далее, и так далее. У меня на пирожки времени не хватает. Я так быстренько салатик, супчик. Она мне обязательно помогает. Но сюда придем 100%, потому что действительно вкусно. У дяди Макса называется ресторан, но его партнер Эмин, дядя Эмин, так можно тоже сказать. Вот к ним и пришла тетя Маша.